Благотворительный концерт в поддержку онкологических больных состоится завтра, 30 января, в арене Рига. На нем выступят 24 латвийские группы и сольных исполнителя. Очень большое спасибо всем, которые участвуют, и всем, которые хотели участвовать, и все, которые помогали и хотели хоть что-то немножко, ну, сделать, чтобы помочь. Сейчас пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи, более 30. И средства, собранные с продажи билетов, пойдут на их лечение. Билеты на концерт можно купить на сайте ЭКАСА.ЛВ, в торговом центре «Спицы» и в магазине «Рандомс». Идея благотворительного концерта родилась, когда музыканты решили поддержать своего коллегу, музыканта и телеведущего Валтерса Фриденбергса, который сейчас борется с онкологическим заболеванием. Наверное, в нашей системе здравоохранения не все в порядке, и не только в онкологии. Мне повезло, для меня пожертвованы деньги. Но я только один из тех, кому нужны средства на лечение, чтобы можно было жить дальше.